Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим заказ из компании Oriflame. Заказ был небольшой, был ради нескольких продуктов сделан. Будет второй дозаказ через недельку, и там уже будут тоже клиентские заказы и остатки из моего планирования. Это уже следующий каталог, который мы с вами чуть позже рассмотрим. Давайте посмотрим, что было заказано здесь. Итак, это новинка компании Oriflame, шампунь из серии Hair X, увлажняющий шампунь для блеска волос. Именно вот эта серия вообще, в принципе, новинка на рынке услуг и именно в компании Oriflame с фитонутриентами. Здесь стоит заглушка, я сейчас ее снимать не буду, так как у меня еще есть шампунь. Я уверена, что он очень приятно пахнет. А мы сейчас с вами, кстати, понюхаем вот именно спрей, он 100% не запечатан. Это у нас с вами увлажняющий спрей для блеска волос, также входит в эту парочку к шампуню. Шампунь 250 мл, сам спрей 200 мл. Давайте попробуем, если будет ощущаться аромат. Нет, аромата никакого нет. Но, в общем, в любом случае, я думаю, что во втором видео, когда я протестирую, я вам расскажу. Просто сейчас одной рукой не очень удобно все это тестировать. Но и смысла я пока в этом не вижу тоже. Вот, так что вот так вот выглядит эта данная серия. И при покупке ее вы могли, соответственно, получить по спеццене вот такой вот комплекс для волос и ногтей. Я уже говорила, что я пью сейчас эту серию. Это вторая коробочка, которую я уже начала пить. Вот у меня уже практически первая пластина использована наполовину. То есть заказ был быстро так оформлен, так как мне нужны были на самом деле витамины и уход за лицом. Вот такие вот витаминки. В следующем каталоге я покупаю последнюю пачку. То есть вообще рекомендуется использовать 4 упаковки, но я использую 3. Мне ее достаточно, именно 3. Итак, давайте посмотрим, что еще было заказано. Мне, конечно же, необходима была серия по уходу за кожей лица, потому что у меня сегодня закончился уход от компании Ifroche. И давайте посмотрим, что же здесь было. Первое, это у нас пенка для умывания. Для сухой кожи написано, но я думаю, что сейчас, когда дуют очень активные ветра, и кожа, тело у меня вообще, в принципе, настолько просто подсохло, что я каждый день использую лосьон для тела и 2 раза лежу в ванне с хной, потому что просто, ну, во-первых, большое количество времени провожу, бывает, на улице, на каких-либо мероприятиях, поэтому кожа, конечно, сохнет. Так вот, для лица из серии Love Nature. Эту серию я уже использовала, я вам рассказывала. У меня было и алоэ, и чайное дерево. И очень мне понравилось. Так, не могу почему-то открыть, очень плотно. Но я сейчас попробую открыть тоник. Очень приятный 100% аромат. Сейчас очень хорошая скидка на эту серию. То есть она вся продается со скидкой. То есть полная серия. Начиная от очищения, тоник для лица. Здесь, кстати, 150 мл. И крем для лица с овсом. То есть очень приятная вот эта баночка из пластика. Но кажется, что она очень маленькая, но ее на очень много хватает. Очень много. Ну так вот, то есть у меня была заказана вот такая вот вся серия. Я ее пока откладываю, чтобы она нам не мешала. Очень хорошая серия. Будет, по-моему, через каталог с чайным деревом полностью тоже вся серия. Я ее тоже планирую купить, потому что считаю, что на лето она идеальная. И давайте посмотрим. В прошлом каталоге я покупала мыло из данной лимитированной коллекции Floral Embrace. Но в этом каталоге решила заказать крем для рук и гель для душа. К сожалению, дорогие мои, в первый день заказа оказалось, что геля уже нет. Он был в ограниченной коллекции, то есть не факт, что он вообще в принципе появится, потому что он закончился на складе, ну в Москве по крайней мере. Но пришлось довольствоваться вот таким вот кремом, я уже нанесла его на руки,
Ну, достаточно, знаете, такой приятный цветочный аромат. Крем сейчас нужен, я пользуюсь им вплоть до середины апреля, потому что сейчас как раз дуют ветра, и кожа сохнет очень сильно. И последнее, что было в этом заказе, это гель для душа новинка из серии Discover Новая Зеландия. Как вы можете видеть, здесь есть и киви, и лотос. То есть аромат такой очень водный, очень приятный. Мне он, конечно, уже напоминает какие-то ароматы, которые были. Ну, такой сладенький. Эту серию я безумно люблю и, собственно, с удовольствием ей пользуюсь. Поэтому очень хороший аромат, также там есть и мужской. Думаю, что как раз на подарок куплю со следующим заказом. Ну и что же было здесь еще? Пакетики Oriflame, накладные, в общем, и прочее, прочее, прочее. Ну что же, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и посмотрим, что я планирую заказать в следующем каталоге. Оставайтесь со мной.